О поддержке военно-промышленного комплекса и автомобилестроения говорят сегодня в Татарстане. Там с рабочей поездкой Владимир Путин. В Набережных Челнах он побывал на заводе КАМАЗ. Президенту рассказали о действующем производстве и планах развития. Уже сегодня продукция завода – это не только рабочие лошадки, но еще и знаменитые спортивные болиды и современная армейская техника. Тимур Сиразиев обо всем подробнее. Им самим не верится. Кажется, что это подземный бункер, который замело снегом. Причем снег и снаружи, и внутри. Но вскоре сугроб начинает раскачиваться, из-под земли выезжает бронированный тягач. Чтобы этот тягач мог быть всепогодным и всепроходимым, конструкторы КАМАЗа его усовершенствовали. Эту технику раньше делали на Украине и в Болгарии. В рамках программы импортозамещения в Набережных Челнах освоили производство более 200 деталей для тягача. И теперь здесь эти машины обретают вторую жизнь. А в соседнем цехе создаются образцы военной техники будущего. Этот бронированный автомобиль «Тайфун» только с военного полигона. Там его расстреливали из разных орудий, чтобы доказать, КАМАЗы взрывов не боятся. Стреляли по всему периметру. И также с крыши на крышу, то есть полностью получилось так, что вся боковая проекция, лобовая проекция, корма и крыша вся была обстреляна. А снизу были взрывы, чтобы посмотреть, что у нас с экипажем. Из 130 выстрелов 4 все же пробили броню. Государственным испытанием все слабые места будут устранены. А это сердце КАМАЗа, главный сборочный конвейер. За одну смену здесь собирают более 200 автомобилей 50 различных модификаций. То есть каждые 4 минуты с конвейера сходит готовый автомобиль. Пневмоподвеска кабины, кондиционер, гидроусилитель руля. Все для того, чтобы водителю было комфортно. А новейшие модели автогиганта разработаны при участии специалистов Mercedes-Benz. Немецкий концерн владеет 15% акций КАМАЗа, 49,9% акций принадлежит государственной компании «Ростех». КАМАЗ сегодня – это 11 заводов, на которых работает 45 тысяч сотрудников. Это не только градообразующее предприятие Набережных Челнов, но и один из флагманов экономики Татарстана. Свой визит на завод Владимир Путин начал с общения с рабочими. Вся страна знает вашу замечательную команду «КАМАЗ», которая выступает на самых престижных международных соревнованиях, завоевывает первые места. Не всегда так бывает. Но много лет подряд на самых верхних строчках находятся в числе победителей. Это говорит и о качестве машин, о том, кто и как их делает на самом высоком уровне, ну и, конечно, о мастерстве наших, ваших спортсменов. Благодаря им КАМАЗ стал известен в мире и продвигается по всему миру. Все началось в декабре 69-го. В городе Накаме стартовала комсомольская стройка всесоюзного масштаба. Первый грузовик сошел с конвейера 16 февраля 76-го года. С тех пор на заводе произвели более 2 миллионов автомобилей. Проделана огромная работа. Я хочу сказать, что мы всегда поддерживали ваше предприятие. И несмотря ни на какие сложности в экономике, вы знаете о них, мы будем поддерживать такое нужное для нас предприятие, как КАМАЗ, и в будущем. Будем все делать для того, чтобы рабочие места были обеспечены, а страна имела возможность перевозить необходимые продукты, необходимые товары, грузы на таких замечательных машинах, которые вы производите. С праздником вас! Спасибо вам большое! Поздравляю! Каждый третий грузовик массой от 14 до 40 тонн в России и странах СНГ произведен в Набережных Челнах. КАМАЗы колесят по дорогам 80 стран. Такой успех – заслуга трудового коллектива завода. Владимир Путин поблагодарил ветеранов предприятия. Когда все видят, что у нас сплоченная страна, сплоченный народ, и за спиной есть такие люди, как вы, совершенно другое отношение к стране. Коллектив завода – его главная ценность. Несмотря на все сложности, удалось сохранить наиболее опытных сотрудников. Виктор Коняхин работает на заводе 37 лет. По его словам, он не переживает за свой завтрашний день. Еще лет 20 назад мне кто-то сказал, КАМАЗ – это, как говорится, будущее России. Это я точно помню. Я думаю, что оно и останется так. В эти минуты Владимир Путин проводит заседание военно-промышленной комиссии. Позже президент в режиме видеоконференции даст старт производству аммиака на новом заводе в Менделеевске. Это рядом с Набережными Челнами. Группа компаний из Японии и Китая за 4 года построила завод под ключ. Сама технология производства датская. На заводе будут изготавливать удобрения для сельского хозяйства и метиловый спирт для химической отрасли, которая в Татарстане одна из главных. Тимур Сиразиев, Олег Шишкин, Олеся Трофимович, Первый канал.